Ну что, время пошло, DJ Maxi Strange. Готовится DJ Wolf. Окей, мистер Скуп. Москва, давайте поддержим диджея, это мистер Скуп. Итак, далее за виниловый проигрыватель становится гость из Санкт-Петербурга. Знаете, шум, это DJ Borg. Санкт-Петербурга. Какой у меня остроумный юмор. Итак, становится солнечная Москва за вертаки. Дайте шума, диджей Шуби! Возьми свое время. We'll be right back.
Спасибо большое, это был диджей Шубин. Йау! Друзья, можно сделать даже 3 шага вперед. Да, потому что я уверен, вам ничего не видно. Это очень интересно, что ребята творят с винилом. Можно не стесняться, стать друг другу поближе. Таким образом вы даже очутитесь под чьим-то зонтиком, если у вас его нет. Да, отлично, спасибо, что подошли. Да, можно и оттуда тоже подойти поближе, но не прям близко. Итак, следующий у нас диджей Электрофуд. Готовится диджей Скандаль. Погнали! Показывать нам диджей Скандал. Готовится Screeching Cat. Ну что у нас? Экстремальная битва, битва на выживание, ребятки. Отбор в полном разгаре. Диджей Скандал готов. Погнали! Сделали по выходу. Далее наши судьи Энтон и Чин Машина определяют 8 человек, которые проходят далее. Но для этого нам нужна небольшая пауза. Ребятки, вы можете занимать вертаки, разминать пальцы далее. Смоленщина. Смоленщина? Ой, ой. Ну, поближе. А я иди, понял.
Друзья, мы готовы продолжать битву диджеев далее. Итак, у нас первая битва Maxi Scratch против диджея Ворма. Скретчующий Максим против Червячка. Готовится Скуп и Электрофуд. За ними Шубин и Джей Пи. Последние, кто будут биться, это Scratching Cats и Help Cut. Ну что, ребятки, у вас по одной минуте. Как только наши судьи дадут отмашку, мы начинаем битву. Макси Скрэч, ты готов? Макси Скрэч, ты готов? Ну дальше, дальше. Он готов, слышали, такой ленивый? О, все, он готов, он завелся, друзья. Итак, у нас начинается битва по диджею. Куда эти шума? Первый участник, Макси Скрэч! One minute to go. Полтора минуты. Полторы минуты. Hit it.
Ничья, парни! Парни уже расслабили свои пальцы, отключили мозг. А тут оказывается у вас ничья. Дайте шума Макси Скрэйч до Брау! Окей, ребятки, сейчас между вами битва по биткатам. Вам нужно заготовить... Я так понимаю, нужно поменять пластиночки. Вы готовы? Ребята будут создавать музыку сами. Итак, что, Макси Скрэйч готов? Он практически готов. Знаете, чего не хватает? А вы знаете, чего не хватает? Дайте шум, это Макси Скрэйч! Спасибо большое, это был Макси Скрэйч, это был ТОП РАУНД! Так как у нас была ничья, и гость из Санкт-Петербурга отвечает своим музыкальным творением. Это DJ War! Thank you.
Спасибо большое, это был DJ Wu. Мне кажется, наши судьи невменяемые. Давай еще один раунд. Знаете почему? А вы знаете почему? Потому что у нас еще один топ-раунд. У нас ничья. Итак, ребятки, это Максим Скрейч. Пошлите свое время. Посовещаться. И ваши аплодисменты для диджея Ворма. Спасибо. Спасибо большое, что приехал к нам. Далее у нас проходит Макси Скрейч. Поздравляем. Далее у нас Куб и Электрофуд. Готовится Шубин и JBL. Чё-то хуй знает. У нас продолжается битва по искусству под названием DJ Scratch. 45 секунд. Scratch битвы. Так много времени, а? Далее у нас вступает в бой Scoop и Electrofood. Давайте, парни, битва насмерть. Кто из вас начинает? Ты начинаешь. Начинает у нас DJ Scoop, но мы не начнем, пока вы не дадите шума. Дайте уважение! Жги! Ladies, there you go. Thank you.
Ну что, Скуп, ты готов к второму раунду? У нас по два раунда, ребятки. Давай. Ребят, вы готовы к второму раунду? Москва, дайте любви! Итак, Скуп серьезно подходит к второму раунду. Ловит настрой. Ловите нас настрой дальше. Подключайтесь на Москву! Quick fire! Не знаю, почему он расстроен. Перфекционист, наверное. Дайте еще раз шума. Спасибо, Скуп. Итак, второй раунд. Это DJ Electro Food. Состоялась вторая битва. И судейское решение у нас. И это раз, два, три. А как вы думаете, что у нас? И, конечно, еще один. Еще один, друзья. И далее у нас номинация «Медленный бит». В первом раунде это вещи делал, братан. Просим к станку. У нас тайбрейк. Медленный бит. Супер медленный бит. Они драмят или не драмят? Медленный бит. Они драйвят или делают скретч? I'm
Спасибо большое. Это был Скул. Друзья, наши диджеи так расстраиваются. Давайте их подбодрим. Дайте шумы для Скуба. Следующий у нас электрофул. Погнали. Против электрофута. Итак, кто же проходит далее? Привезти, а потом покажем. Давай, давай, судьи, давай. Знаете, так вот скромненько мне говорят решение свое. Друзья, давайте дадим шуба для Скуба. Скуб, спасибо большое, респект тебе, уважение. И даже пятерку мне не отбил. Окей. И дадим шуба для электрофута, который проходит далее. Спасибо, старичок. Далее у нас следующая битва. Шубин и Джей Би готовятся. Скретчинг Кэт и Хелп Кат. Так, у нас здесь Джей Би. У нас здесь Шубин. Здесь все мы. Москва, с днем рождения! Тебя, дайте шуба на свой праздник! Ну что? Кто начинает? Чувачи! Диджей Шубин начинает. Это был диджей Шубин! Ответ диджей Джей Би! Thank you.
спасибо большое, это был первый раунд, Шубин и Джей Би. Ребятки сделали по первому выходу, ну что, выход номер два. Диджей Шубин, как дела, народ? Вы супер нереальный, честно говоря, я в такой дождь бы стоял бы и молчал бы с грустным видом, но вы супер нереальный, поверьте мне. Дайте шума сами себе, Москва! Давай, Би! Секундочку, ребятки, секундочку, нужен сочный. Спасибо! Ребятки расстроились. Да можно было бы еще не один, но поверь мне, еще не один будет впереди. Итак, Scratching Ass против Hellcat. Последняя битва этого раунда, после чего у нас начнутся полуфиналы. Там уже будет полный жара. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Ну что, ребятки, готовы? Помощь нужна? А, тут есть установка. Шуры готовы? Помощь готова. Вы готовы? Мы готовы! Начинается у нас Hellcat. Come on.
Номер 2 начинается, это DJ Hellcat! Я учили, вы не за меня. Вы знаете, кто это? Squatching Cats! Давайте, кошки, вперед! Thank you.
ребятки, это было круто! Итак, судейское решение однозначно, единогласно. Единогласно у нас проходит Scratch and Kiss, дамы и господа. Спасибо, Хелкан. Итак, таким образом у нас есть два полуфинала. Marty Scratch против Electro Food и Шубин против Scratching Cats. Да, друзья, можно поприветствовать наших полуфиналистов. Спасибо, что не стесняетесь вашим приветствованием. Нормально делаешь. Вот, диджей, берите себе на заметку. Просто два ваших знакомых типа могут устроить здесь полный вообще разнос. Приходите своей тусой. Приходите своей тусой. Итак, далее у нас первая битва. Marty Scratch против Electro Food. Два выхода. По полторы минуты. Регламент не меняется. Marty Scratch здесь. Scratch and Food здесь. Начинает у нас Marty Scratch, дамы и господа. Ну что, один шаг до финала, два шага до победы. Дайте шуму Marty Scratch! Это все заземление, друзья. Небольшие технические палатки. Под палаткой. Пару секунд у нас и будет готово. В принципе, ты можешь даже не слизывать, а просто под борт немножко поднести. Все равно плавно. Все работает. Электрофуд, ты готов? Нет. Готов? Друзья, электрофуд готов. Дайте шуму, поддержите диджея. I'm gonna go to the hospital.
батл, Street Fire. 2-0-1-5, продолжаем. Далее второй раунд, и это Макс и Скрэйч. Дайте максимум шума! От Макси Скрэйча на очереди второй раунд. Электрофуд уже готов, друзья. Готовы ли вы поддержать диджея? Немножко в шоке, жаль, вы их не видите, когда они там стоят, прям пену пускают со рта, насколько это было круто. Дайте шума для диджеев, спасибо большое, ребят. Да мы вас не отпускаем, потому что у нас тайбрейк, у нас ничья еще по одному выходу. Делаем скрэйч или кат? Или кит-кат? Скрэйч. Скрэйч. 40 секунд скрэйча, парни, твое время. We'll be right back.
И это был Макс Дискрейч, ответ электрофу. Я напоминаю, что это первый полуфинал. Тайбрейк, ничья. Мне очень нравится формулировка судей. Что делаем? Друзья, я знаю за то, что мы делаем. Давайте дадим уважение, дадим шума для этих парней. Это было очень круто. У нас просто здесь Джей был чиливый поп. Друзья, с небольшим отрывом побеждает, и финалистом становится у нас диджей Электрофуд. Ваши аплодисменты, уважение для Макса Скрейча. Макс, спасибо большое. Итак, далее за эти вертаки становятся два виртуоза, два полуфиналиста. Это Шубин и Скрейчен Кэтс. Кошки возвращаются. Когти уже наострили. Я обожаю этих парней. Дайте шума для этих парней. Это нереально. Итак, что? Начинает у нас Шубин. Если Шубин готов, тогда время начинать. Вы готовы, народ? Полуфинал номер два. Сидя Шубин. Убежатка. We'll be right back.
И спасибо большое, Scratch UK! Даже больше бы хотелось сказать не спасибо за Scratch, а спасибо за этих парней. Дайте шума для этих парней еще раз. У нас в культуре есть понятие true. Так мне кажется, парни, вот вы самый настоящий true, которого не хватает сейчас. Ну что, раунд номер два. Я надеюсь, Шубин тебя задела такая поддержка. Ты готов выложиться по полной. Дайте шуму, это Дитя Шубин! Осталось узнать лишь судейское решение. И финал проходит парень, которого поддерживали меньше всего. И тем не менее. Дайте шума, это был Диджей Шумин! Проты в финале. Дайте шума. Выйди сюда. Выйди, пожалуйста. С пацанами. Да, парни уже сами знают. С парнями, всеми своими. Где этот главный бибой? Дайте шума для этой суперкоманды. Scratch and Kick! Они могут вас поцарапать, либо запшикать. Спасибо, ребят, спасибо большое за огромную поддержку. Ну что, у нас впереди финал.
после финала никуда не расходимся, потому что у нас будут судейские выходы. Наши маэстро Чин Машин и Антон будут показывать свое мастерство. И, собственно, докажут всем нам, почему именно они сидят за судейскими местами, а именно за другими вертаками. А там вертаки, видите, супер крутой зон. Итак, у нас в финале Электрофун и Шубин. Оба спрячут на одну и ту же руку, поэтому по очереди будут стоять за вертаками, за станками. Друзья, вопрос, готовы ли вы? Готовы ли вы там? Да, мы готовы. Короче, говорю на камеру, нихуя я не согласен. Дайте шума, погнали! Походу он победил. Надо было присмотреться. Секундочку, судьи не готовы. Готовы, погнали. За деньги просто на моем канале смотрю. Не готовы. Ну все, ребятки, мы готовы, погнали. Электрофун! Диджей Шубин. Поприветствуйте диджей, диджей Шубин! Видели глаза Шубина? Он даже шутил. Электрофут, он с тебя стебался. С тебя ответ. Раунд номер два, друзья. Дайте шума. Диджей Электрофут. Yeah.
большое, это был Электрофуд, второй раунд завершен. Итак, финальный выход, дайте шума диджей Шуби. Это были диджей Шумин и Электрофуд. Итак, судейское решение. У меня есть судейское решение, друзья. Хотелось бы его донести до вас, но особенно до наших победителей. Друзья, давайте дадим шума для наших финалистов. Они оба победители сегодня. Они двое сегодня самых крутых диджея. Два самых крутых диджея. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Диджей Шуби сегодня номер два. Первое место Электрофуд. Первое место Электрофуд, дамы и господа. Второе место Шуби. Запомните эти имена, запомните эти имена. Если вы хотите отдать вашего ребенка в школу скретчинга, то эти ребята в ближайшие 5 лет не принимают никого. Они совершенствуют свой стиль. И после этого они будут готовы передать его. Спасибо большое, это был батл по скретчу, батл по диджейству. В финале у нас будет диджей Шубин, диджей Электрофуд. Номер один у нас сегодня диджей Электрофуд. Но впереди у нас небольшое переподключение. И свое мастерство покажут наши судьи. А ну скажи, доволен сегодняшним чемпионатом? Yeah, I was very scared, motherfucker. Поздравляйте.